Уже 10 лет, как на территории центральной джума-мечети Махачкалы, в преддверии Рамадана разворачивается благотворительный шатер. Он призван на протяжении месяца в вечернее предрассветное время кормить постящихся, да и всех желающих. В этом году шатер увеличился в размерах. Территория шатра составляет 600 квадратных метров. В этом году одновременно здесь могут разговляться более 500 постящихся. В отличие от прошлого года, в этом отсеке палатку расширили на 5 метров в длину. Совсем рядом с шатром определили помещение, откуда волонтеры будут раздавать еду. По традиции это узбекский плов, финики и напитки. Организаторы намерены в течение всего месяца накормить более 100 тысяч верующих. Столы накроют не только внутри шатра, но и во дворе мечети. Люди, которые хотят принять участие в этом шатре, очень много. И кто-то берет определенные дни на себя кормление постящихся в шатре Рамадана, кто-то на себя несколько дней берет, кто-то водой помогает, кто-то финики может принести, кто-то там рисом и так далее. То есть совсем разные люди, которые принимают участие в организации этого мероприятия. Подготовительные работы подходят к концу. Фасадная часть завершена. Осталось навести порядок, красочно оформить помещение и расставить стулья. Первому и второму все будет готово. Хамза Нурмагомедов, Салмаги Техмаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.